Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, снимая свой сюжет. Вот такие вот мы сделали клеточки. Такие клеточки сделали. Ну, птичек еще из брудера переселили, так они чуть-чуть подмерзают. Повесили лампу, сделали кормушки, поилки. Верхние еще нужно будет немножко доделать. Кормушки, поилки. Вот такими сетками здесь все будем застраивать и будем держать курочек в этом месте. Курочек. 6 на 6. И там будем держать перепелов. С той стороны. Ну, клетки, в принципе, нормальные. Я до этого вам снимал сюжет, что за, как она, какую сетку я покупал. Но маленькая сетка нормальная, а в большой сетке очень много брака. Отпадывают прутики. Большая сетка мне не понравилась. Вот пришлось городить такие вот штучки, чтобы у меня держалось. Ну, местами, конечно. Конечно же, не ставим. До новых встреч. Пока.